Усе разом это не просто выставочная площадка, это хороший старт для молодых художников, желающих заявить о себе. Заявку на участие в выставке подали 43 человека. Экспертный совет отобрал 93 работы 38 художников. Сегодня мы открываем выставку молодежного арт-проекта «Усе разом», 11-ю выставку. Мы разменяли второй десяток, и это о многом говорит, правда, о популярности данного такого проекта, иначе он бы просто ушел бы в никуда. Вот. Выставка рабочая называется «Жизнь, искусство и мы». Рабочее такое название. Потому что, когда мы отправляем всегда какие-то темы, это должно их стимулировать. Художник должен готовиться и представить достойно. Это в идеале. К сожалению, не всегда так бывает. Вот. Принимают участие в выставке художники молодые от 18 до 40 лет. Зачем это вообще? Зачем это нужна выставка? Прежде всего, мы ставим перед собой цель открытия новых имен. Новых имен в мире искусства. Ведь молодые художники – это все равно будущее Беларуси, искусство Беларуси. Экспозиция – это яркий полет фантазии художников. Работы выполнены в разнообразных жанрах и техниках. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура. Здесь можно встретить как уже давно известные имена, так и новых звездочек на небосклоне брестской живописи. Например, гравюры на камне Анны Редько и карамельные акварели Анны Захарчук. Да, мы начинали еще с Коньковым, выставки молодых художников. Это всегда такие теплые встречи, раз в год есть возможность молодым художникам выставиться. И ты, когда работаешь в мастерской, ты смотришь на свою работу определенным способом. Где-то отходишь, где-то работаешь. Я графика, как бы тоже работаешь там, как бы на столе. Художники, которые работают с живописью, с маслом, у них тоже не огромное пространство, чтобы видеть свою работу. И у тебя одно отношение к своей работе, а потом, когда ты выставляешься в огромном выставочном зале с большими стенами, с большими потолками, рядом висят другие работы, ты воспринимаешь свою работу совершенно по-другому. И это очень классная возможность сравнить свое творчество, покоммуницировать, обсудить, а почему так. Ну, то есть повариться в каком-то соку, потому что каждый художник индивидуалист. Каждый художник имеет максимальное желание проводить время в мастерской, самостоятельно реализовываться. А здесь есть возможность пообщаться, и это прям и вообще почувствовать дух времени, потому что именно молодые художники, они максимально на острие времени. И, короче говоря, вот просто понять, чем дышит сейчас молодежь вот на таких выставках, это классно. Приняла решение поучаствовать в такой выставке, потому что здесь есть хорошая возможность заявить о себе как молодому творческому человеку. Работа у меня представлена уже в жанре знакомом немного для публики, так как я представила свои карамельные акварели уже на своей выставке в Художественном Брестском музее. Решила сделать много радости, потому что сейчас настолько серый мир и столько всяких событий страшных происходит. Решила не прятать цвета, не искать полутона, решила сделать детский парк аттракционов, чтобы каждый мог окунуться в мир фантазии, в мир родителей, когда мы ходили маленькие все вместе с семьями и развлекались. Сделала такую работу, но она, мне кажется, многим откликается, и вот в данное время она очень актуальна. Для брестской публики выставка давно известное и любимое событие. Кто-то приходит поддержать друга художника, а кто-то вдохновиться. Я пришла на «Усе разом» в очередной раз, чтобы поддержать свою подругу. Ее творчество. Я сама тоже пишу, являюсь учителем, но сейчас у меня меньше возможности участвовать в выставке. Но моя подруга, как учитель художественной школы, она активно участвует в таких мероприятиях. И, конечно же, я пришла посмотреть на новые возможные таланты, имена, варианты того, как люди видят окружающий мир, как они проявляют себя и как реализуют себя в творчестве. На самом деле, тоже не первый раз прихожу на эту выставку. Почему? Это все просто. Потому что, так как сегодня было на открытии уже сказано, когда наступает весна, причем не просто календарная весна, такая вот природная, с солнцем, с теплом, очень хочется вдохновения дополнительно, да? Хочется, чтобы в душе пробудились какие-то все самые теплые, приятные чувства, которые могут быть. А эти чувства вдохновения может пробудить, конечно же, искусство. Выставка «Усе разом» расположена в выставочном зале по адресу улицы Советская, 54. Экспозиция работает до 21 апреля. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.